Как спроектировать лодку, причем по старинным чертежам? Ты не знаешь, Саля? Совершенно не имею понятия, но зато об этом знает наш следующий герой. И о нем более подробно расскажет уже наш корреспондент Оля Литвиненко. Это традиционный прямой парус, характерный для того периода. Он как бы использовался многие столетия. Ни для кого не секрет, что греки в античные времена населяли балаклаву, а по морю ходили суда под белыми парусами. Сегодня здесь тоже можно не только встретить такие плавсредства, но и пройти на их борту вдоль побережья. Этому судну 56 лет. Уникально оно тем, что это единственное уцелевшее плавсредство такого исполнения. Сделано оно из чистого дуба. На его реставрацию ушло 2 года. Альберт Верянский занимается ретро-судореконструкцией 15 лет. Эту лодку мастер купил практически разрушенную. Целыми были только документы. В советское время ее использовали как спасательный шлюп. Ремесленник же подарил судну вторую жизнь, восстановил и стилизовал под древнегреческую. Полностью исполнена под парусно-весельный ход. То есть там не предусмотрен, в принципе, даже двигатель. И это судно в свое время построилось в Чернигове, обошло в Черное море. Ну, 2000 года постройки. Оно не такое там, старое, но его строили для специального проекта, который был как раз вот в стиле ретро-судостроения. Старался восстанавливать по старинным технологиям. А так как точная техника уже утрачена, опирался мастер на советы коллег по цеху. Дедовскими методами, скажем так, мы смогли восстановить его. То есть использовали обычные традиционные методы. Конопляная нить, пенька, которой конопатили швы. Это медные гвозди, которые сами делали для заклепок. Тщательно продуманы все детали в дизайне. На борту даже есть такая бадья, как те, в которые в древности складывали улов, весла и даже обереги. Мы также видим на лодке много древнегреческой символики. Вот, например, кто это изображен? Это изображен наш такой смотритель лодки, капитан, можно сказать. То есть это оберег наш судовой, он присматривает за нами и во время хода, и во время стоянки. Не только символика, здесь соответствует античной. Даже части лодки называли так же, как и много веков назад. В древнегреческие времена это парусное судно называлось шлюп. Ахтерштевень – это кормовая часть корабля, форштевень – это нос. В Крыму аналогов подобному судну нет, а есть лишь пластиковые и железные лодки, обшитые деревом. Без двигателя можно уйти с попутным ветром хоть куда. То есть мы будем рассказывать про то, как мореходы того времени преодолевали там большие расстояния на веслах под обычным парусным вооружением, никаких двигателей. В планах реконструктора вернуть жизнь еще ни одной парусной лодки. В скором времени в бухте пришвартуют еще одну отреставрированную ладью. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня.